В условиях режима самоизоляции в критической ситуации оказалась семья Миши Жукова. Проводить благотворительные акции, кроме тех, что в интернете, не представляется возможным. Вся надежда на крупный бизнес и власть. Родители мальчика, которому требуется успеть за оставшиеся 6 месяцев сделать укол одного из самых дорогих лекарств в мире, с помощью неравнодушных земляков пока сумели собрать только 16% от необходимой суммы и вынуждены просить помощи у Андрея Чибиса через соцсети. За 4 дня видео в Инстаграме и ВКонтакте посмотрели больше 30 тысяч человек. Только что стало известно, что теперь лекарства доставляют в Россию и больше не нужно ехать в США, когда весь мир на карантине. История борьбы за жизнь в режиме самоизоляции сделала семью Жуковых героями документального проекта фестиваля «Северный характер. Карантин». Авторы ленты продолжают следить за судьбой мальчика. Планируется, что зрители смогут посмотреть фильм на кинофестивале осенью 2020 года. Кадры из фильма будут переданы в Мурманский областной краеведческий музей как свидетельство исторических событий в регионе. Мы просим вас не оставаться в стороне. Да, сейчас тяжелое время для региона и для всех гетто, которым требуется дорогостоящее лечение. Но в ваших силах помочь нам, как это сделали губернаторы других регионов, которые были смайлики, которые поддержали информационно и попросили предприятия помочь финансово. И этим деткам уже закрыли сбор.